первую неделю июля по многолетней традиции в Омской области состоялось одно из крупнейших спортивных событий года – областной сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта». В этом году принять 41-й по счету форум сельских атлетов региона было доверено Полтавскому району. Посланцы всех 32 районов, это более 1300 человек, стали участниками финальных баталий в 14 видах спорта. Прологом спортивных состязаний «Королевы спорта» стала красочная церемония торжественного открытия спартакиады, прошедшая на преобразившемся спорткомплексе «Юность», способном одновременно принимать соревнования по 7 видам спорта. Каждый год хозяева «Королевы спорта» или «Праздника Севера» получают в подарок от областного правительства современную спортивную базу. Однако увиденное в Полтавке поразило всех. Здесь футбольное искусственное поле пятого поколения, современная искусственная беговая дорожка. Я даже ожидаю, что, может быть, по легкой атлетике будут какие-то рекорды и новые результаты. Ну и, конечно же, обновленный спортивный комплекс. Два полноразмерных спортивных зала, в одном из которых постелено покрытие «Мондо». На таком же покрытии играет наша команда «Суперлига Амичка». Поэтому, конечно же, это совершенно новые условия. И я думаю, что это серьезный, хороший подарок губернатора правительства Омской области для полтавчан. Полтавчане достойно подготовились к встрече «Королевы спорта». Не только спортивные сооружения были готовы принять участников. Преобразились улицы, площади, дома. С утра до вечера для жителей района и гостей праздника были организованы народные гуляния, выставка предметов народного творчества. Праздник – это не только для нас, для всех жителей Полтавского района, поэтому мы к нему готовились. Если что-то получилось, то получилось благодаря тому, что мы работали вместе с Министерством спорта и молодежной политики, с клубом «Урожай», поэтому это, так сказать, плод совместных усилий. Все очень красочно, ярко, здорово. Ходим, разбегаются глаза. Нравится, что здесь все компактно. Сегодня ходим по улицам. Видно, что в поселке праздник. Видно, что люди готовились все от мала до велика. Очень приятно, спасибо за такой праздник. Это радость такая, потому что редко куда можно выехать, потому что детки маленькие. А так здесь все на месте. Можно на любые соревнования сходить, на любые виды спорта посмотреть, поболеть за наших, поучаствовать также в поддержке наших спортсменов. Интерес, конечно, растет. С каждым годом уровень спортсменов повышается, уровень организации повышается. Как бы вот в этом году вообще все условия замечательные просто. Полтавский район по праву считается одним из лидеров сельского спорта Омской области. Полтавчане регулярно побеждают и занимают призовые места на областных соревнованиях по различным видам спорта. Достойно представляют регион на всероссийских и международных соревнованиях. В их честь к проведению «Королевы спорта» было приурочено открытие аллеи славы полтавского спорта. Ну хорошо, что у нас вот проходит этот праздник «Королева спорта». Он очень радостный для всех. Вот болельщики все приходят, все поклонники спорта. Для них есть куда прийти. «Королева спорта Полтавка-2011» включила в себя массу интереснейших событий и по праву займет достойное место в ряду самых запоминающихся спортивных событий региона. Приятным сюрпризом для жителей райцентра и гостей праздника стала встреча с прославленной спортсменкой, трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной, которая более часа отвечала на вопросы спортсменов и болельщиков. Я больше чем уверена, что здесь будут расти не только чемпионы Омской области, не только России, но наверняка здесь появятся имена, на которые вы будете сами ориентироваться, и молодое подрастающее поколение будет смотреть на этих ребят, на своих героев. Но все же главные действующие лица областных спартакиад, конечно же, спортсмены. В отборочных стартах на внутрирайонных соревнованиях приняли участие более 40 тысяч атлетов. И право выступить в финальных состязаниях завоевали действительно лучшие из лучших. Накал борьбы во всех видах программы был необычайно высок. Зачином стали финальные забеги на 100 метров под шумные овации болельщиков до отказа заполнивших трибуны спорткомплекса «Юность». Очень ответственный старт у себя дома. Я лидировал практически до последнего метра, но, к сожалению, в клетках проиграл. Обидно, конечно. Что ж, будем тренироваться. А так, атмосфера мне очень нравится здесь. Тем более дома болельщики все свои, помогают. Уникальный для сельской местности спорткомплекс «Юность» на 4 жарких июльских дня стал эпицентром спортивной жизни Омской области. Болельщикам было из чего выбирать.
Ведь одновременно шла борьба за первенство на футбольном поле, легкоатлетической дорожке, волейбольной и городошной площадках, борцовском ковре и тяжелоатлетическом помосте. Чемпионы и призеры получали медали и кубки, а на старт выходили все новые и новые спортсмены. Дебютанты областных спартакиад и опытные спортсмены были единодушны. Королева спорта дает уникальный шанс проявить себя на уровне лучших атлетов региона, повстречаться и посоперничать со старыми друзьями-соперниками. Первое место в эстафете 4 по 100 метров – это серьезное достижение. Мы стремились к этому весь год, тренировались упорно, отрабатывали передачу. И эта команда действительно была командой, все работали один за всех и все за одного. Допустим, чемпионат России проходит, просто гиревой спорт. Открытие красиво, красиво. Не то, что на королевах спорта. То есть праздник, люди отдыхают, соревнуются. Намного приятнее, конечно, спать. Мотогонщики, соревнования которых проходили в нескольких километрах от районного центра, также не остались без поддержки преданных болельщиков. Сотни поклонников этого динамичного вида спорта наблюдали за увлекательными заездами в классах гонщиков-одиночников и мотоциклов с колясками. Техническая база в сельских районах улучшается с каждым годом, и даже сложная трасса, предложенная организаторами, не смогла помешать спортсменам показать высокие скорости. Спортсмены-велогонщики на королевах спорта по традиции соревнуются на шоссейных трассах вдали от столицы областной спартакиады. Командные и индивидуальные гонки бывают труднодоступны для болельщиков. Однако в этом году, к обоюдной радости спортсменов и поклонников велоспорта, одна из увлекательнейших дисциплин велоспорта была проведена на улицах Полтавки. И это еще одна особенность 41-й королевы спорта. Пролог был по центральной улице. И пока шли соревнования, вышли все жители по обочинам, и такое ощущение, едешь как будто в Европе. Да, такого я не вспомню нигде. Что даже там на лавочках выседали, то есть гонки Tour de France тоже становятся, палатки расставляют, на этих сидят, болеют. Что-то такое ощущение было на прологе. И дорога на прологе вообще идеальная была. Такого не помню. До последнего дня на спортивных аренах Полтавки шла захватывающая борьба за командное первенство. Команды районов сражались за каждую секунду, гол, результативный балл. Всем хотелось порадовать болельщиков высокими результатами, завоеванными местами и красивой игрой. И победители с гордостью могли сказать: «Мы чемпионы». Уверенность в себе и в своих игроках. Вот и все. И, конечно, большое спасибо нашим болельщикам, которые помогли нам. Тяжело, да, но все-таки мы молодцы. Эта победа очень давно нужна была. Я очень рад, потому что мы долго за этим шли. Были уже на протяжении 4 лет вторыми, третьими. И на протяжении 10 лет мы неизменно призеры. Поэтому очень приятно, все ребята старались. А какой же спортивный праздник без веселья, задора, молодости и счастливых улыбок? Организаторы «Королевы спорта» подготовили для спортсменов, жителей Полтавки и гостей праздника яркую и увлекательную культурную программу. Выступления музыкальных и танцевальных коллективов и, конечно же, праздничный салют никого не оставили равнодушными. Областные, сельские, спортивно-культурные праздники, проводимые в Омской области, уникальное явление в масштабах российского сельского спорта. Беспрерывно в течение более 40 лет эти соревнования являются главным событием для сельских спортсменов Омского прииртышья. Его ждут, к нему готовятся. В 21 веке на спортплощадке выходит уже второе поколение любителей спорта и здорового образа жизни. Мы выросли на этих соревнованиях, можно сказать, с детства. Дети наши растут на королевах, да на праздниках севера. И для нас этот старт в год один, хоть он там и сельский, среди сельских, то есть очень важный. В завершающий день сельской спартакиады в торжественной обстановке были подведены итоги королевы спорта. Победу в комплексном зачете в 4-й раз подряд одержала команда Азовского района. 2-е место занял Таврический район, 3-е – Исилькульский. Хозяева спартакиады, полтавчане, совершив впечатляющий рывок, стали четвертыми. Флаг областного спортивно-культурного праздника был передан спортсменам Большереченского района, где ровно через год вновь зазвучит гимн королевы спорта. Снова в разгаре сибирская льда.